Саванчук Светлана Леонидовна закончила обучение у Олега Олафа Гудвина по специальности мануальная коррекция и мануальный массаж. Скажу, что 11 дней обучения пролетели очень быстро. Я здесь освоила анатомию, энергетические техники, мануальную терапию, мануальный массаж, хиджаму, плюс звуковые методики. То есть очень много всего, что аж в голове не укладывается. Что могу сказать про преподавателя Олега Олафа Гудвина? Это талантливейший человек, у него еще там 10, а то и больше направлений. Это и рисование, и написание книжек, и музыка. Чем только он не занимается, но самое основное, что он несет знания людям, знания нам, массажистам. Вот, спасибо большое. Приходите все на обучение. Здесь действительно все без воды, все четко, по полочкам, все. Ну, прям вы выйдете отсюда действительно дипломированным специалистом и сразу же на практике начнете применять свои знания. Всем пока!